поехали, бля. Привет, ребят, выставка «Клинок» Новосибирск. Короче, сразу же ябедничаю, у нас ножи не приехали берложья, они зависли в СДЭКе, они должны были стоять на этом стенде. Поэтому сразу просьба, подписчики Новосиба, у кого есть наши ножи, принесите, пожалуйста, хелпер либо фёс, чтобы просто положить на витрину на пару дней, чтобы люди могли пощупать. Потому что многие приходят, хотят потрогать в руках, но, к сожалению, ножей нет. Ладно, хрен мы с ним. У нас традиционно в первый день мы должны пройтись, показать, кто приехал, пригласить новосибирцев, чтобы они посещали клинок. Но в этот раз мы решили сделать по-другому. Не я буду проводить вам экскурсию, а человек, который живет в Новосибирске, местный житель и очень хороший ножедел. Вован, здорово. Здорово еще раз. Привет. Че, проводишь ребят, покажешь, что происходит? Это, если я не ошибаюсь, это недостроенная станция метро. Ее закрыли, начали строить и по какой-то причине бросили. То ли у них там что-то не так пошло, то ли какие-то грунтовые воды, то ли еще что-то. Ну, в общем, заблокировали, заморозили стройку и прошли станцию метро здесь недалеко, 100 метров буквально, новую. А это так и осталось, ее переоформили, сделали второй этаж, отлили. Ну, прям андеграунд такой прям. Да, то есть, ну, это, он так и есть, лофт. Я, если честно, до этого ни разу здесь не был, но здесь прикольно. Есть что и покушать, и есть что и посидеть, и магазинчики. Я вот знаю, вот концерты и... какие-то проходят постоянно. Здесь, да, постоянно, там? Да, что-то. Здесь у нас здесь Баста выступала. Кто-то там. Выступал, правильно говорить. Выступал. Баста выступала. Вась, сорян. Вась, братан, прости. Я извиняюсь за новосибирцев, но как бы сам понимаешь. Я не знаю, нам, наверное, лучше начать сначала оттуда. Ну и, собственно, пройтись до давай лица. Да, давай прям со входа, с касс, да. Откуда люди заходят. И проводи, ребят, покажи со своей... Ну, ты местный житель, у тебя первый раз клинок приехал к тебе в город. Все равно, ну, для тебя это кайф определенный по-любому. Для меня кайф вас здесь видеть. Я не знаю, как 100%. Разорваться, блин, от вас. Вы все там... Давай, бери Паху за камеру и веди его. Паха, пойдем. Начнем, наверное, мы отсюда. Здесь у нас входная зона, касса, билеты приобретать здесь, с первого этажа на второй по лестнице. Ну, по указателям пройдете, я думаю. Ну и, собственно, отсюда и начинается весь кайф. Сразу здесь вас тут покормят. Ребята как-то привезли сыр, обалденные сыры. И как? Хамон-убийца просто вообще. По сырам, мед. В общем, все, что покушать, все здесь. Кофе внизу взяли, сюда поднялись, здесь вас покормят, все будет прекрасно. Дальше. Еда. Ну, отсюда начинается все. Здесь у нас товары для ножеделов приехали. Деревяшечки. Приветствую. Да, здрасте. Все, это вот опухоль головного мозга, страдающие люди, вот. Никогда не делайте так, ребят. Нож должен быть и резать. Он не должен рубить уголки и все остальное. Спарта. Есть прекрасные вещи, обратите внимание. Клей номер один. Я не знаю, женщин клеит или нет, но попробуйте. О, муравей куда побежал? По делам муравьи. По муравьи делам. Он за весь день уже тропу здесь накатал, понял? Ребят, по выставке. Бусины темлячные для складничков, кожаные изделия. Ручная работа или нет, не знаю, врать не буду, но выглядит прям очень прилично, очень клево. Всякие подвесочки, брелочки. Очень клево. Бусинка. Какая? Да, бусь. О! Хоп! Не показывай. На любой вкус и цвет. Это опять я. Это опять он. Он только что пробегал. Что у нас здесь? Складные ножи Саро. Ребята, здравствуйте. До свидания. До свидания. Это у нас Ангелина, да. Это у нас единственная девушка-кузнец в России. Вот такие топоры делает. Прекрасные работы. С меня обзорчик так себе, ребят. Но если что, вы с Ангелиной же потом пообщаетесь еще, да? А почему без красного платья вот этого рыжего? Почти красное.
Блин, ну то красное, незабываемо вообще. Так, это у нас ножевой дом. Тут Южный крест. Что, читать умеем? Империя ножей. Вам это нужно, это в смысле лозунг или это фирма такая? Это Михаил, директор. А это вот халтура стоит, которая работать не хочет. Поэтому он слил все на меня. Я пацанам помогаю. Чем? Пацанам Бог поможет. А, я же вам Вову-то не представил, вы же никто его не знает, это же, ну, это Володя Свиридов, он очень крутые ножи делает, кастомные, покажи людям ножку. Так все же видели, вот этот не видели. Хотя никто не знает, это Володя. Это новинка, ну как новинка, третий нож уже, я его в том году сделал, первый, то есть это кадет, это версия ножа, который мы делали лимитку с Сережей Жировым. Это новая версия, только в размере 130 мм клинок. Вот, уменьшенный вариант. Тот был 145, этот 130. Ну и он в целом весь меньше. И по объему, и по длине. И, собственно, вот такая вот безделушечка получилась. Ошейничек покажи. Ошейничек это... Подожди, пытливый зритель спрашивает, сколько стоит. А можно в личку? В личку тебя потом набьют за такую цену. Ребят, цена стартует от 80 тысяч за этот нож. И выше. Все зависит от материалов, что вы хотите. Вот в этом исполнении здесь 125 в ламинате, 120 тысяч рублей. А уголок он рубит? Ребят, рубит уголок нож у тех, у кого опухоль головного мозга. Я так считаю, поэтому... Ребят, шейник – это мой личный нож. Он не продается, но на заказ сделать можно. Это один из самых популярных заказных позиций. Ну, у меня очень много, я их делал уже. Это, наверное, самый такой кайфовый вариант компромисса между складником и фиксом. То есть это у тебя такой на шею... же сперли, да? Да, это вот... Давай не будем о плохом, столько лет прошло. А слеза все еще течет. Скажем так, это была дань клинку. Он на первый клинок, когда приехал, у него один нож. Вот один сломали, один... Да. Ну, как анекдот про два шарика. Один смотрел, второй правый. Вот, да. Ну и, короче, восстановил я его по фотографиям. У меня даже эскизов не осталось. По фоткам я его восстановил. Ну и, собственно, блин, попёрло. На самом деле, очень крутой нож. Мне прям очень сильно нравится. И, в принципе, вот этот вот форм-фактор небольшого ножа. Вот мы хелпер делаем, ты знаешь. Да. Очень популярный нож. Жалко, что у вас зависло все. Ну, к сожалению, да. Очень популярный нож. И вот это вот туда же. Понятно, здесь, ну, другой ценник, другая история, но это чистый кастом вообще абсолютно. Очень классно. Кузница Медведь. Здесь все очень дорого, здесь приемлемо. И здесь опять же Михаил. И здесь опять Михаил. Он телепортируется просто. Ребята, дачный сезон начался. Тяпки, пальцы. Вот это пальцерез. Это вот если у кого... Да, вот это чей-то остался кусок. Ты зачем свои... Что? Фантазии сибирские. Ничего страшного. Кожа, ребят. Кому надо кожу, у кого износилась, приобретайте. Там же тоже что-то есть, смотри. 400 рублей, супер... Супер точилка, 400 рублей. Вот еще одно из самых главных лиц выставки, это Ольга Борисовна. Сними Ольгу Борисовну обязательно. Да, вот на красном диване, красиво все. Идем дальше. Что у нас здесь? Это у нас... О, боги! Это же Завьяловы, да? Привет! У нас товарищ Завьялова, короче, превзошло само себя. И они сделали... Я облизываюсь уже год на эти ножи. Ну, не год. Сколько-то? Полгода точно. Ребят, вот это вот все... Это все очень дорого. И все это очень круто. Я согласен, что это да. Это стоит этих денег. Это самые шикарные складные ножи, просто с бесподобной механикой. За эти деньги, это не дешево, я согласен, но это стоит того. Качество, проработка всех деталей, все сделано. И самый кайф, все под один торекс. Вам не надо набор инструментов, вот этот, знаешь, чемодан открыл, там, отвертка, торекс. Нет, один маленький ключик, и у вас Т8. У вас все разобралось, все почистилось, все смазалось. И все работает. Офигенные ножи. И сам хожу с таким же. Ха! Это мой личный. А это голова Талиба. В общем, советую, ребят. Один пчак, вот этот нож в машину положил. И можно сделать все. Реально. На шашлыках все можно сделать. Дальше идем. Златонож.
Это вот все тоже дорого-богато. Якуты, якутские ножи. Самый спорный нож, но самый популярный. Якутский нож. Якутский топор. Вы показывали якутский топор в марте месяце? Хоп. Это Батыя называется. Кто? Батыя. А почему у Завьяловых якутский топор? Это тоже Батыя. Кайфовая работа. Нельзя ссориться с этим человеком. А то Батыя к нашей подойдет. Все, идем дальше. Ножевой двор, ребята. Классные вещи. Классные, классный Дамаск, классные ручки, скримшоу, просто муа, идеально. Кстати, вот надо научиться точно так же красить Дамаск. Ты видишь синенький покрашенный? Это же анодирование. Как-то же это делают. Надо научиться. Вот это красиво, мне нравится. Кинжальчик, глянь какой. Ребят, в эту субботу по адресу Советская 52, паблик паб, состоится кнайфовка. Это вот он все устроил, я просто попросил, и он договорился. Просто перестаньте. Короче, все, кому интересно, покушать, попить, поесть, пообщаться про ножи, показать свое, приходите, будем ждать. Ну а с тобой, Леха, увидимся. Идем дальше. Ножевой двор мы видели, кметь, ножи кметь. Кстати, а у нас же заруба будет же, да, проходить? Да. Вот. А заруба у нас будет вот на той сцене, мы до нее сейчас дойдем. А ведущий зарубы, вот познакомимся сейчас, чуть-чуть вот пройти еще. Это техностудия «Профиль». Ребят, все, что нужно для заточки, для поправки, любые заточные устройства, бруски алмазные, пасты, все здесь. Это лучшая компания по заточным устройствам, которая зарекомендовала себя не только на территории России, но и в 40 странах зарубежья. Европа, Азия, везде. Везде есть точилки техностудии «Профиль». А это МОА, главное их лицо компании. Видишь, какое лицо? Вот почему такое лицо? Потому что это лицо компании. Идем дальше. Кстати, про 400 рублей помнишь? Вот. Можешь купить за 400 рублей вонючку. И наклейку. Подожди, там 300 рублей стоило. Целая заточилка. А тут даже кофе не попьешь. Кофе можно купить за 400, чуть-чуть надо добавить. Кофе очень вкусный, кстати. Пью уже сколько-то. Мне на Новый год он мне присылал две пачки. Вот, кончилось. Обалденный кофе. Ребят, кому интересно, берите. Не пожалеете. Очень вкусный, правда. Вот. Компо. Это вот ребята, кому повезло, которые успели забрать со СДЭК свои ножи. Ребят, кому не повезло, соболезную. Дальше идем. О, нет, мы прошли маленького Тора, возвращаемся. Это у нас Виктор. Это Кизляр Суприм. Это лицо зарубы на клинке. Это Виктор Агре, который не смотрит на нас. Виктор, блин. Мы тебя в камеру показываем, ё-моё, помаши ручкой. Ты же у нас будешь вести клинок, привет, в субботу. Зарубу. Ой, зарубу. Да. Вот. Вот это лицо зарубы. Запомните его. Если кто-то не выиграл, ищите его потом после выставки. Идем дальше. Кузница Коваль. Аника стоит. Ребят. Коваль? Коваль, нет. Коваль, да ты что, меня уже били за это, я поэтому запомнил. Топоры Аника, ребят. Я у меня, да, просто душевная теплота вот к этим ребятам, честно. Обалденные топоры делают. Причем я с ними начинал работать еще до того, как вообще, в принципе, свой первый нож сделал. Я с их железки первый нож и делал, да. Да, да, да. Я вам весь мозг тогда съел. Ребята, откуйте то, откуйте это. Сделайте зонную закалку, блядь. Классно. Сделали все классно. Ложки, ребят. О, вы ложки делаете? Это так, для бушкрафта, как бы, для вайба. Ты посмотри для вайба эту ложку просто. Это ваши сибирские ложки из Мангазеи. Не знаю, было у вас. За полярным кругом 17 веке. Ты понимаешь, да, вот это вот? Он знает историю даже вот этого всего. Конечно. Ты спроси, тут, блядь, никто ничего не знает. Я не знаю никакой истории. Я только про Колыму тебе что-нибудь расскажу. Там комары, еще вот это вот все. Блин, ну очень круто. Так что, если кому-то надо топоры, да, которые не ломаются, это вот к ним. Смотри. Вот. Это штык. Штык-нож? Это штык что?
просто тесак, который, если что, можем насадить. Просто, да, прикинь, сломай, вот сломай его, на. Сломаешь? Нет? Круто сделано. Сюда чик, череночек, и можно идти на медведя. Кстати, мерч. Мерч для настоящих мужиков. Ребята, берите мерч. Мерч огонь. Сколько денег мне его надо покупать? Не покупаю. Топ чесноку, да, честно. Покупает, надо больше покупать. Все честно. Так, ну а эта сцена, в принципе, это не участник будет зарубы, наверное. Нет? Не участник? А что, да поучаствуй, у тебя они когда даст вот эту штуку. А там они, по-моему, не подходят. А, вот, тем более. Ну и все, здесь у нас сцена, это конец, скажем так, выставочной зоны. Здесь у нас будет проходить заруба, здесь все это будет стоять, поэтому всем, кому интересно поучаствовать, посмотреть, понаблюдать, всех милости просим. Ну и до субботы. В субботу все это будет мероприятие проходить. А это у нас... Сковородихин, наживая мастерская сковород... А есть аббревиатура? НМС, видишь, вот, как знал. Знакомьтесь. В общем, ребят, на выставке есть что купить, есть что посмотреть. Огромное количество ножей на любой вкус и цвет, на любой кошелек, на любой карман. Ну и просто, в принципе, приходите обязательно, потому что есть даже что покушать. И причем вкусно. Милости просим. Расписка художника вручную под специальным лаком антискретч. Просто все показали очень хорошо. Прикольно. Ты видал такую штуку? Да. То есть это не латунь, не бронза, блядь. Очень легкий, не вредят ножам, не царапают в кармане. Блин, прикольный Франкенштейн, смотри. А это вот я такого в магазине видел у нас, вот буквально вчера кофе брал. Блин, угарно. Как это он, скелет, а усы не отпали. Слушайте, кайфово. Я первый раз такое вижу, надеюсь, прям обороты наберет. Кстати, смотри, это мозг. Это же с этого. Да, атака. Марс атакует. Да, Марс атакует. Смотри, помните все вот этого вот. Фильм Тима Бёртона. Да, хрен. Ой, блин, прикольный. Чаки. Разговаривать не значит, что не нужно. Тут еще Златонож есть. Он, наверное, вам что-то про них рассказывал. Но если что, это партнеры вообще съемок, которые вы смотрите. Поэтому респект им и заходите к ним. Вот, вот, Тём, помаши ручкой. Я не рассказывал, я не знал, что они партнеры. Вот, они партнеры, представляешь? То есть они, получается, поддерживают вообще съемки на Клинке. Все съемки на Клинке они поддерживают, они красавцы. Ребят, спасибо финансово. Спасибо. Спасибо большое. Но это спасибо. Важно, это же дорого все очень, понимаешь? Они участвуют, они молодцы. Я согласен, я не знал. Так, друзья, ну мы в любом случае всех ждем в Новосибе, но совсем скоро Клинок снова приезжает в Питер. Берлога, Клинок, мы все приезжаем в Питер с 20 числа в Санкт-Петербург. Ребят, всех приглашаем, ждем. Пойдемте, покажу, где хорошие ножи. Да уж покажи, где клей продается хороший. А, клей вообще вот прям отсюда видно. Тут даже никуда ходить не надо. Seven,